если бы была государственная тайна, то должны были взять подписки со всех участников процесса. Процессуально тоже сама процедура суда показывает, что не было никакой государственной тайны. Единственной государственной тайной, которую скрывали от народа этот суд, это был абсурд этого дела, и это был абсурд ведения даже самого суда. За 3 месяца мы стояли, все дежурили там под окнами, мы вот так махали своими, одевали яркие шарфы, там, косынки, шляпы, что угодно, чтобы ребенок увидел, что мама здесь рядом, что жена тоже тут рядом. Да, нас туда не пускали. Но все эти 3 года, то есть 3 месяца, этот суд занимался самой настоящей ерундой. Самой настоящей ерундой. Ни разу, у нас есть протокол, ни разу там не спросили, когда вы совершили госпереворот. Ни разу спросили, у тебя нашли гранату. Откуда она у тебя, эта граната? Ни разу нам этот вопрос не задали. Я лично, когда у нас нашли вот так вот под диваном, отогнули уже, когда был закончен обыск и все такое, они говорят, ну ладно, давайте уже все, по-моему, все хорошо, прекрасно, не надо волноваться. Вот только мы вот это вот приподнимем, и, конечно, там лежала граната. Я сказала, всем закричала, не трогать. Я невесте говорю, неси кулек сюда. Вот так вот я его положила в кулек и сказала, вот, вы должны это сделать дактилоскопическую экспертизу, все-таки я немножко... Мы, конечно, очень безграмотные были в юридическом плане люди, абсолютно. Если бы мы их не пустили, у них не было решения суда о проведении обыска. Мы их имели право не пускать, даже они угрожали, что мы сломаем вашу дверь, мы вызовем сварочный аппарат, приведем штаб. Мы имели на это право, но мы безграмотные. Я могла бы найти где-то адвоката, мы этого не сделали. Ну вот тут, видимо, то, что я все-таки нет-нет читаю детективы, читала или смотрела, я сообразила, надо вот это на экспертизу. Вы знаете, что они мне сделали? Они вытащили эту гранату, он достал носовой платок, вот так вот его вытергает, потому что я им сказала, здесь отпечатков моего сына нет, здесь есть отпечатки только ваши. А он вытащил платочком, вытер своим и говорит, ну что вы ко мне так помоетесь, вот вам экспертиза. Вот вам экспертиза. Да. И нас ни разу не вызывали спросить, не ее, это ее квартира. И там у нас такие подробности есть. Она в этот день вызывала женщину для уборки дома. И эта женщина может сказать, что вытиралась везде и поднимался этот самый диван, и там не было ни гранат, и не было на шкафу, куда он не успел, хотел бросить вот эту железку, которая запала, может, это и не запала, но нам
Значит, они говорят, что ты написал эту статью, это, значит, представительство здесь, посольство, потом разные, значит, Coca-Cola, McDonald's и так далее, представители этих государств, они испугались. А на суде, пришли кто? Значит, представители банков, то есть те организации, которые здесь. Мы говорим, и между прочим, кто написал этот донос на моего сына, да, что, мол, иностранцы испугались. Это министр иностранных дел, министр иностранных дел республики нашей. Государство Польши награждает его орденом командора. Вы понимаете? Здесь я очень глубоко в них в эти дела. Никто вам не поможет. Никто вам не поможет. Мы 4 года. И не будет помогать вам. Вы не надейтесь на иностранные вот эти здесь посольства. Не надейтесь абсолютно. Я встречался 3 раза с послом США. 3 раза встречался с послом Франции. 2 раза встречался с послом Норвегии. Встречался с заместителем посла Израиля. Сюда приезжали. Я неоднократно 10 раз, наверное, сейчас с Андресом Хейкиным, Томасом Хамбергергом, Миклошем Харашни и так далее, и так далее. У меня прямая связь с ними. Когда подбросили наркотики, я звонил в Страсбург Андресу Хейкину. Я говорю, ну, Лев, подбросили наркотики. Вы о чем говорите? Мы ни на что. Я вам говорю, ни на что не надейтесь. Он будет. Есть узник, есть, значит, 80 человек политических заключенных. 80 человек. Вы знаете только о своих детях, правильно? Да, конечно. Да. А я интересуюсь и другими. Есть такой Мушфик Магатов. Он получил 8 лет. После этого ему добавили еще 6 лет. Он 14 лет ему дали. Он отсидел 12 лет 6 месяцев. Недавно был суд. 1,5 года ему не просили. Вы о чем говорите? Onlarla beraber öyle bir bize de yaşıyoruz. Biz de onlarla beraber cezalandırın yan içinde. Onlar çok cezalandırın, ben çekmişim. Ben çekmişim. Siz ne danışın? Kolay ceza çeken cezanı biz çekelim. Поэтому, вот 2 раза, значит, вышло постановление Страсбургского суда. Не выполняет решение. ОМОН никогда не воевал с своим государством. ОМОН воевал только в Карабахе. Сколько у нас шахидов? Сколько национальных героев, сколько там ордена получили. Это не мы стреляли, а на нас стреляли. Белый флаг с нашей стороны был поднят, с ОМОНом. А не мы стреляли, а их нас стреляли. И в том смысле... Я никого не хотел обидеть. Нет, дело в том, что... Вы были в эти события Джаваховские, да? Да, я бывший полковник, 32 года, получил Карабахи, эти все свои звания. Да, да. В 92 году я национальный герой оказался. Я говорю, потому что 20% у нас сейчас оккупированы, как я могу его носить? А у нас сколько сейчас, больше собак в этой генерале. И второе, вы говорите, что у нас есть демократия. Где вы будете? Я не говорю есть, я говорю есть законы. Законы. А какой у нас сейчас президент? Президент не знает о вас. Вы знаете, что президентство аппарата находится в такой шоу-габарке, Мятпад, шоу-габарке Володина. Каждый день он получает эти газеты. Все. Там у них сейчас кадр 29 человек. И они все знают о нас. Все знают. Я вам говорю. Я полный ответственный. А кто интересуется? Где президент? Я не вижу его. Мне дали сначала 13, потом дали 11. С 11 лет я 10 лет и 7 месяцев отсидел. Говорит, пиши на помилу. Я говорю, зачем? Или говори, Махир Чаватов, Рошан плохой. Я говорю, Рошана нет. Я говорю, я могу, где он ногу положил, я могу свою голову положить. Он был моим командиром. Я не откажусь от него. От смерти, а многие отказывались. А я говорю, как ты голову отвечаешь? Говорит, напиши на помилование. Я говорю, нет, мне не надо ваше помилование. Говорит, будешь сидеть. Я